Уже 3 года яркие и талантливые мальчишки и девчонки вдохновляют зрителей своими песнями. Детско-юношеский ансамбль «Динамичные ребята» был создан в 2014 году на базе продюсерского центра общества «Динамо». Репертуар самый разный – спорт, любовь, патриотизм. Сегодня «Динамичные ребята» приехали во Всероссийский детский центр «Смена», чтобы поддержать участников президентских состязаний. Благодарны за то, что они нас поддерживают, потому что для нас это очень важно. Динамичные ребята – частые гости на различных спортивных мероприятиях. Ансамбль выступал на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира по хоккею, матч звезд континентальной хоккейной лиги и кубок легенд по футболу. В смену музыкальный коллектив приехал уже в 3-й раз. Тут всегда с теплом встречают, какие-то песни придумывают, танцы. И нас встречают, дают разные там шарфики. В прошлом году давали, сегодня дали значки. Это так мило, так умилительно, просто одним словом, что хочется туда приезжать еще и еще. Две вот эти стихии слились воедино. Наш ансамбль, который спортивно-музыкальный, и ваши мероприятия, которые тоже соединяют ребят, которые занимаются спортом и творчеством. Здесь отдых, невероятно красивые места, потрясающие эмоции, очень много новых друзей. Ну и, конечно, очень радушный прием на концертах. Это всегда. Вы сами видите, что сейчас происходит на сцене. На концерте участники президентских состязаний могут потанцевать и зарядиться позитивом. Впереди у школьников еще много соревнований, а хорошее настроение станет помощником на пути к победе.